Так, ребята, всем привет. Проходное обновление, ничего особенного. Изменяется подбор Пылающая долина, Бард, Зигхард, Леона, Эрика. Добавляются три ивента. Первый ивент, связанный с катакомбами отступников, будут давать, неважно там, победа, поражение, ничья. Сундучок с припасами такими, улучшенный кристалл, магический пергамент, зелье пробуждения, фрагменты нового измерения. Следующий ивент, получаемый опыт, 20% и накопление энергии, плюс 100%. Так, писемка, 9 часов утра и в 6 вечера. Виталка, реликвия, расходники. Очень неплохо. Переходим в донат-магазин. Бонусы за реал, если кому-то нужны алмазы, плюс карты, реликвия, да. Знаки поручения еще такой, меньше бонус, меньше алмазиков, меньше стоимость. Двухэтапные пайки, полученные предметы. Так, ребята, двухэтапные, да, если мы скупаем все пайки, мы можем займеть за 100 адены еще дополнительно на выбор или карты класса, или агатёны. Ну, никто мне так в прошлом видео не подсказал. Получается 11 карт по 11 раз. Вот редкий до легендарный или одна карта на выбор. Пожалуйста, напишите коммент. Вы не донатите мне, то я не беру паки, то я не знаю. Обозреваю, что вижу. В самом паке реликвии энергии, чистый эликсир, зелье пробуждения 5000, очень много. Ну, такие средненькие паки по наполнению. 200к орденов, это минимум. Кристаллы души, очищение, улучшенный легендарный, карты класса, улучшенный легендарный, 4 штуки по 11 раз. Карта мастера 11 раз, от редкий до легендарный, одна штучка. В сундуке мы видим настойка очищения, которая дает баф, накопление, там бонус опыта, свизащита, снижение, плюс 1. За эту настойку можно создать различные предметы. Рецепт. Мифический, 3-5%. Вот такой вот свиток интересный. Так, книги наследника. Давайте посмотрим. 240 в определенное время, видим снизу там. Можно попытать удачу и создать эти книги. Мощное зелье восстановления 10%. Мифическая книга наследника. Шанс двойного урона. Героическое. Сопротивление двойному урону. Плюс 3%. Абсолютное уклонение 1%. Так, снова мифическая, абсолютная точность плюс 3%. Игнорирование, сопротивление урона 3%. Увеличивает шанс блокирования умений и увеличивает шанс блокирования урона. Создание снаряжения, ну такие посредственные паки, я бы сказал, ни о чем. Проходные обычные паки, ждем. Это все, что завезли. Проходное обновление. Пиши, как твои дела вообще, как твое настроение. Ждешь ли Nightcrow? Если не знаешь, что такое Nightcrow, сделай предрегистрацию, если она еще есть. 12 числа стартанет новая AAA MMORPG. Так, давай с тобой, дядюшка, 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 дядюшка